Акция стартовала 19 января этого года. В эстафете приняли участие все оставшиеся на сегодняшний день здравницы, в зданиях которых были военные госпитали. Точная копия Знамени Победы, которое было водружено на Рейхстаг в 1945 году, сегодня доставили в Центр внешкольной работы, бывший санаторий имени Цюрупы, в котором в годы войны располагался эвакогоспиталь. Итог эстафеты подвели праздничным концертом и поздравлениями ветеранов с Днем Победы. Позвольте мне сегодня от главы нашего города, от многочисленных жителей нашего города, от детей, молодежи, от педагогического состава, от персонала всех наших сочинских здравниц, где в годы войны работали госпитали, заверить вас, дорогие ветераны, что подвиг, свершенный вами, мы не забудем никогда. Воспитанники центра показали литературно-музыкальную композицию, при подготовке которой были использованы подлинные истории сочинцев. Прежде всего, это погружение детей в эту атмосферу, потому что сегодня мы показывали явные исторические события, которые проходили в этом госпитале. Также к приближающемуся Дню Победы на территории центра была заложена капсула «Послание потомкам 2045». Письмо будет извлечено из капсулы, в которую его поместили в год столетия Победы. В завершении мероприятия была высажена и открыта аллея славы госпиталей «Пальма Победы».